Всем привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог «Стельмах про авто». Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я тестирую первый корейский гибридный кроссовер B-класса, который называется Kia Niro. Имя у кроссовера Niro тоже гибридное. Оно состоит из слов Near Zero, около нуля, и слова Hero, герой. То есть получается герой нулевого цикла, или нулевой герой, или герой нулевого уровня. В общем, корейцы накрутили, конечно, с этим Niro. В целом Kia Niro чем-то напоминает уменьшенную копию популярного у нас Kia Sportage. И в этом нет ничего плохого, потому что машина симпатичная. Здесь, поскольку это гибридный кроссовер, два мотора. Бензиновый, 1,6-литровый, мощностью 105 лошадиных сил. И электрический, мощностью 32 кВт-часа. А вот так выглядит гибридная установка, которая работает в Kia Niro. Вот здесь вот сзади это аккумуляторная батарея, которая находится под задними сиденьями. Оранжевый провод, это вот от нее поступает электричество. А вот здесь вот спереди находится электромотор и обычный двигатель внутреннего сгорания. Вот справа электромотор, а слева двигатель внутреннего сгорания. Вот так это все скомпоновано. Вот тут нашлась секретная информация о том, что, оказывается, дорожный просвет у Kia Niro 160 миллиметров. 160 миллиметров. А электрический мотор они пересчитывают в лошадиные силы как 43,5 лошадиные силы. Но они прибавляют 43,5 лошадиные силы к 105 лошадиным силам бензинового мотора. И у них получается в сумме 141 лошадиная сила, это общая мощность гибридной установки с максимальным крутящим моментом 265 ньютона-метров. Для такого небольшого автомобиля это совсем не маленькая мощность, но разгон до сотни 11,5, и, честно говоря, эта мощность не чувствуется, хотя медленным его тоже не назовешь. Тут система слежения за полосой активная. И когда я пытаюсь переехать на другую полосу параллельно, руль меня обратно возвращает. Сам из рук вырывается и возвращает меня в мою полосу, чтобы я не дергался направо-налево. По размерам Kia Niro чуть больше, чем Kia Ceed. И чуть меньше, чем Kia Sportage. Но колесная база у него целых 2700 мм. Поэтому место в салоне этого автомобиля B-класса практически столько же, как в большом автомобиле класса D. Плюс практичный багажник объемом 421 литр. Только на электричестве Niro может проехать почти 20 километров. И специально для Niro корейцы придумали отдельный класс автомобилей – HUV – Hybrid Utility Vehicle. Почему в Kia так долго собирались, чтобы сделать свой первый гибрид? Ведь другие автомобильные производители делают гибриды уже давно. Да и у самой компании Kia уже есть даже собственный электрокар Kia Soul. Да потому, что корейцы хотели, чтобы у Niro не было тех недостатков, которые обычно свойственны гибридным автомобилям. Главное из этих недостатков – это высокая цена и скучноватая езда.
С ездой у Kia получилось. Управляется кроссовер настолько хорошо и едет так задорно, что кажется, будто это спорткар. Ну понятно, семейный спорткар. А цену на Нира корейцы обещают более чем разумную. Она будет меньше, чем у Kia Sportage. Но один типичный недостаток гибридов у Нира все же остался. И о нем я скажу в конце. Абсолютно не слышно, как мотор работает. И когда трогаешься, первое впечатление, что мотор не завелся у тебя. Потому что трогается он с электромотором. И сейчас, когда мы едем по трассе, сколько у нас? Вот, 100 км в час разрешенных. Тишина. Хотя шумоизоляцию днища я бы, как всегда, усилил, потому что днище шумит. У нас получилось 5,5 литров на 100 км средний расход топлива. Это на самом деле не так много. Но и не так мало, как для гибридной машины. Правда, с бензиновым мотором. Колесная база у нового Kia Niro 2700. Специально для гибридного автомобиля корейцы сделали новую платформу. И вот сейчас вы увидите, сколько места сзади при такой колесной базе, когда я сажусь сам за собой, за настроенным под себя водительским креслом, с ростом 185 сантиметров. Очень много. Вот, больше, чем ширина ладони. Это здорово. Но! Точно так же, как и во всех автомобилях B и C классов, спереди пластик мягкий, хороший, а сзади жесткий. Из необычных вещей в Kia Niro камера заднего вида, которая вот здесь вот в дворнике вмонтирована, и дверь багажника, которую сделали из алюминия для того, чтобы машина была легче. Владельцы Kia Niro могут похвастаться, что у них такой же стояночный тормоз, как в старых мерседесах, под левой ногой. Вот, о, раз, опа, оп. И в заключение пару слов о недостатках. К сожалению, Kia так и не удалось избавиться от третьего главного недостатка современных гибридов. Среднее потребление бензина у Niro чуть больше 5 литров на 100 км пути. То есть практически столько, как и у дизельных моторов такой же мощности. А значит, целесообразность покупки гибрида ради экономии топлива под большим вопросом. Зачем же тогда его покупать? Ради просторного салона, комфортной нескучной езды и для того, чтобы радоваться, что вы владелец самых передовых на сегодняшний день автомобильных технологий. Правда, если что-то поломается, в гараже такую передовую технику вы уже не почините. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стельмах дас Авто» на Радио Вести.